Рваная рана по передней поверхности бедра. Большая потеря крови. Марина, тест на группу. Жора, давай анестезиолога. Анестезиолога, в третью, срочно. Марин, готовь операционное поле. Сейчас главное остановить кровь. Давай. Давай. Давай, быстрее. Бегу. Еле выкрутились. Да уж. Потеряли бы его, если бы не ты. Ты не только его, ты еще и наши шкуры спасла. Племянник главврача все-таки. Племянник, не племянник. Главное, человека спасли. Теперь тебе точно повышение светит. Фу. Повышение веса мне светит. Это точно. Слушай, а беременность тебе к лицу. Не то, что мне. Золотые вы мои. Просто слов нет, чтобы вас отблагодарить. А вы материально, Герман Александрович? Будет. Анечка, богиня. Богиня операционной. Наша семья навсегда перед тобой долгу. Я просто делала свою работу. И замечательно делаешь. Сотая успешная операция. У тебя, кажется, вот-вот повышение категории. Поддерживаю. На все 100 поддерживаю. Наша Анна Сергеевна никогда не ошибается. Спасибо за доверие. Тебе спасибо. Все, домой. Аня, увижу декрет, что мы делать-то без тебя будем? Да я там долго не задержусь. Все, пока. 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 Привет, Маша. Привет. Как ты, устала? Не то слово. 2 операции было, одна очень тяжелая, 4 часа шла. И ты все время за столом простоял? Ты уверена, что тебе можно? Нельзя будет, остановлюсь. Что-то мне слабо в это верится. Не удивлюсь, у тебя схватки начинаются, а ты еще пациента дошиваешь. Паш, не надо утрировать. Я не утрирую, Аня. Но ты все время на работе. У нас свадьба через месяц, а мы абсолютно не готовы. Ты даже платье себе не купила. Ну, куплю я себе это платье, и что? Через месяц я в него не влезу. Ну, а ты выбери модель, потом можно перешить. Ну, хорошо, завтра у меня выходной, съезжу, посмотрю что-нибудь. Вот и отлично. Люблю тебя. И я тебя. Вроде все. Угу. Только пуговки остались. Угу. Красиво. Ну, мне все нравится. Светуль, что скажешь? Шикарное платье. Да? Угу. Но лучше из того, что ты сегодня мерила. Я согласна. Мам, ты что скажешь? По-моему, никуда не годится вообще. Но оно тебя старит. В каком смысле? Ну, ты не выглядишь в нем на 20. Мама, почему я должна выглядеть на 20, если мне 30? Вот об этом не обязательно кричать. На свадьбе все должны думать, что тебе 20. Потому что мой новый мужчина думает, что мне 40. А, обманывать нехорошо. Ты меня сама этому учила. Вот останешься одна в моем возрасте, тогда поговорим, что хорошо, а что плохо. Все, спасибо. Не дай бог, конечно. Да-да. А ты что такая кислая? Встречаешься с кем-то, нет? Да так, есть тут один. Но ничего серьезного. Ну-ка. А кто он? Я его не знаю? Да нет, ты его совсем не знаешь. Да? Угу. Ну, зови на свадьбу, познакомимся. Ну, у нас не те отношения, чтобы по свадьбам ходить вместе.
Чего, женатый, что ли? Мам. Да нет, почему? Чего мы вообще обо мне говорим? Ты мне лучше скажи, что я для свадьбы сделать могу. Ну, давай вон все это и помогу подобрать, что ли? Давай, отличная идея. Ты какие хочешь? Не знаю, какие-нибудь нежные. Вот как твой шарфик. Мне нравится этот цвет. Девочки, ну давайте, может, про цветы потом поговорим. Платье снимай, это никуда не годится. Давай, варианты померим еще. Мам, тебе не угодишь. Давай, давай. Пойдем. Давай помогу. Угу. Там сзади подержи. Да. Мама очень красивая. Идите! Завтрак уже готов. Уже уходишь? Уже опаздываю. Ничего страшного, беременных ругать не станут. Между прочим, в субботу статистика по несчастным случаям намного превышает будние дни. Ой, ты неисправима. Угу. Ой, все, пока. Пока. Я с тобой сегодня в 6 часов заеду. Поедем в тот новый ресторан, о котором я говорил. А, хорошо. Все, давай, пока. Хорошего тебе дня. Тебе того же. Пациент. Что случилось? Мотоциклист столкнулся с автобусом. Внутреннее кровотечение. Вливаем раствор, давление падает. Сейчас 70, пульс 130, нити видны. Готовьте операционный УЗИ аппарат. Кровь на группу совместимость. Жаль, время потеряли. Долго стояли в пробке. Боюсь, безнадежный. Ничего, вытащим. Все, зашиваем. У нас проблема. Давление падает. Остановка. Готовим дефибриллятор. Всем отойти. Разряд. Еще разряд. 300. Всем отойти. Разряд! Давайте адреналин! Опять в операционную кого-то завезли? Да нет, это бабулька с панкреатитом. Угу. А как мотоциклист? Вытащили? Аня оперирует, она вытащит. Еще разряд. 360. Всем отойти. Разряд. Анна Сергеевна, остановитесь. Уже все. Мы его потеряли. Нет. Ань, все. Все. Уже не поможешь человеку. Держи. Почему все остановились? Аня, почему все остановились? Все, человек уже не поможет. Почему все остановились? Не поможет человек уже все.
Мы все там были и все видели. Ты сделала все возможное, почти вытащила его. Хотя шансов практически не было. Значит, недостаточно сделала, раз он сейчас в морге, а не в палате. Но... Марина. Анечка. Я прекрасно тебя понимаю. Потеря первого пациента всегда очень тяжелая. Хотя со следующим не легче. Но в конце концов, это случается с каждым хирургом. Просто ты должна с этим смириться. А я не хочу с этим мириться. Я не для этого училась. Аня, мы не всесильны. Может, я домой отвезти? А? А, ну да. Здравствуйте, Анна. Как вы себя чувствуете? Я не чувствую ребенка. Мы сделали все возможное. У вас произошел выкидыш. Мне очень жаль. Мы должны понаблюдать вас еще неделю, чтобы не было осложнений. Я хочу уйти. Прямо сейчас. Анна, ну, я знаю, вы врач. Послушайте коллегу. Вам необходимо полежать недельку. Мне надо уйти. Мне нужны мои вещи. Да, конечно. Сейчас их принесут. Ань, ну подожди, ну выслушай меня. Ань, ну прости. Погоди, вот это Сандра, да? Прости меня, я сам не знаю, как я с ней в одной постели оказался. Ну соблазнила она меня. Ань, ну пожалуйста. Аня! Хоть посмотри на меня. Дай мне еще один шанс. Я потеряла ребенка. Какой шанс? Отойди! Поехали. Мне эта подруга твоя никогда не нравилась. Стерва. Надо же. Но ты знаешь,
Ты и Пашку вот так на блюдечке не отдавай. У него и работа, и квартира хорошая. Такие на дороге не валяются, поверь моему опыту. Мам, он изменял меня с моей лучшей подругой. Господи, изменял. Все изменяют. Просто не все попадаются. Знаешь, надо простить и идти дальше, а то так одна и останешься. Ну, значит, буду одна. Прости, пожалуйста, а где ты жить собираешься? Ну, с тобой, конечно, мамочка. Ань, ты у меня взрослая девочка. И я пытаюсь еще как-то свою личную жизнь устроить, пока шанс есть. Так а мне что теперь? Я не знаю. Ты можешь, конечно же, поспать тут пару ночей на кухне. Но потом тебе придется подумать, где жить дальше. Ты меня что, выгоняешь? Нет, ну я не выгоняю, но ты же тоже должна меня по-женски понять. Ай! Отец никогда бы со мной так не поступил. Вот только не надо мне ничего про отца говорить. Другие врачи вон понастроили себе дома, домища, а мы в однокомнатной квартире так и ютимся. Отец был достойным человеком. Он был лучшим хирургом, а ты всю жизнь его попрекала, вместо того, чтобы поддержать. И знаешь, ничего не изменилось. Ань, ну подожди! Аня! Ой, мамочка моя. Она даже разговаривать со мной не хочет. Значит, слов нужных не нашел. Ты хоть понимаешь, что она пережила? Из-за тебя, обалдуя, у меня теперь внуков не будет. Может, хватит меня воспитывать? Будут у тебя внуки, никуда они не денутся. Ты мне тут цирк не устраивай, я знаю цену твоим словам. Ты мне 1000 раз обещал. С бабами не крутить и не напиваться в клубах-то просящего визга. Да я уже полгода примерную жизнь веду. Да это все только благодаря Анне. Да ты рядом с ней хоть на человека стал похож. Значит так. Я тебя больше из дерьма вытаскивать не буду. Аню, верни, извинись перед ней. Что хочешь, делай. Иначе оставлю нищим. Па! Я все сказал. Черт. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Мы готовы. Скальпель. Извините. Марин, кто сегодня еще на смене? Ольга Вячеславовна. Сейчас я ее позову. Что с ней? Я не знаю. Герман Александрович, я не могу больше оперировать. Анечка, после потери первого пациента у всех руки дрожат. У нас для этого есть психолог. Я ему перезвоню прямо сейчас. Я хочу уволиться. Перестань. Я не могу хороших специалистов отпускать просто так. Все. Вот, заявление по собственному желанию. Убери, я не подпишу. Слушай. Может, тебе в отпуск уехать?
Ну или лучше поехать поработать несколько месяцев в глубинке. А потом вернешься к нам. Насколько я помню, у тебя есть сертификат травматолога-ортопеда. Вот. А мне вот друг недавно звонил из Дубнинска. Он там главврачом. Ему вот так вот нужен травматолог. Оперировать не надо. У них есть свой хирург. А где это Дубнинск? 500 километров от столицы. Да-да. Да, мне подходит. Вот и отлично. Я сейчас ему перезвоню. Яков Алексеевич, ну как же так? Ну я же 100 раз вам говорил, нам травматолог в больницу не нужен. Ты можешь это повторить хоть 200 раз. Она уже едет. Ну это не серьезно, Яков Алексеевич. Я 3 года добивался увеличения бюджета, чтобы добавить одну единственную штатную единицу и тебе облегчить жизнь. Ты должен быть мне благодарен. Не надо мне облегчать жизнь. Я прекрасно справляюсь с должностью травматолога. Ты единственный хирург в городе. И на этом должен сосредоточиться. Вы бы лучше зарплату подняли. Ах, вот оно что. Так не только мне, всему персоналу. И новое оборудование в хирургии. У нас больница прошлый век. Так, Андрюша, разговор этот бесполезный. Девочка уже едет. Все. Еще не поздно все отменить, Яков Алексеевич. Поздно. Поехали. Андрюш? Поздно. Что-то случилось? Случилось. Травматолог случился. Едет уже. Здрасте. Здрасте. Вы, наверное, Анна. А вы Игорь? Да. Пойдемте в машину, она недалеко. Пойдемте. Я сам давно в облцентр перебрался. У меня там работа, семья. Домик в Дубнинске простаивает много лет. Обветшал чуток, поэтому и цена такая низкая. Я рада, что нашла ваш дом. Он всего в 5 минутах от моей работы, это удобно. В Дубнинске все в 5 минутах друг от друга. Городок-то небольшой, 1020 населения. Правда, живешь как под микроскопом. Шагу ступить нельзя, чтобы никто не заметил. А вы чего из столицы сюда перебрались? По личным обстоятельствам. Ну ничего, что бы у вас там ни произошло, обязательно все наладится. Поехали. И главное же предположить не мог, что кто-нибудь захочет сюда приехать. Горячо. Спасибо. Так может она из дыры похлеще, чем наша? Да нет, из столицы она. Хм. Ну тогда выжить ее не составит особого труда. Они там все такие нежные. Ир, что значит выжить? Мы просто будем держаться с ней холодно. И тогда она тут не задержится. Главврач вернет тебе твою ставку, и мы наконец-то сыграем достойную свадьбу. Это неправильно. Во-первых, холодно держаться я не умею. Во-вторых, может, она человек хороший. Просто зачем она здесь? Не понимаю. Ну, вот ваш новый, в некотором смысле, дом. От бабки по наследству досталось, а дед, помню, резьбу делал. Вот. Жалко, конечно, расставаться с таким добром, но что ж поделать. Как для одного человека, я бы сказал, хоробы. Прошу! Так, где же ключи? Так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Поднимайтесь. Я извиняюсь, доски. Доски давно не менял, поэтому цена такая низкая. Прошу. Пробки вставим, будет свет. Не понял. Сань.
гости. Людка, ты что ли? Чем это ты тут занимаешься? Тебе не стыдно? Дядя Игорь, вы только ничего не подумайте. Это просто больше негде было. Это вы дом скрыли? Так вы сами дали ключи нам с бабушкой. Вы что, забыли? Да, точно оставила вам на свою голову. Я сейчас пойду и расскажу твоей бабушке, чем ты тут занимаешься. Вот бабушке не надо. Она нервничать будет, морали читать не стоит. А нам-то что? У нас любовь. Правда, Сань? Сань, ты... Ну вот, спугнули любовь в моей жизни. Так, а ну, брысь отсюда. Приятно было повидаться. Вы заходите, если что, хорошо? Здравствуйте. Здравствуйте. Бабушки Нине. Ну иди отсюда! Хорошо? Анна, простите, ради бога, это соседка, сирота местная. Видно, что из нее ничего хорошего не вышло. Да ничего. Ванная у вас есть? Обижаете. Вчера поставились. Прошу. Это кухня, а вот здесь ванная. Прошу! Просторная. Вот, полюбуйтесь. Новенькая. Водичка есть, да? Да, есть, холодненькая. А горячая? А горячей тут отродясь не было. Греем ведрами. Да. Как же я без горячей воды-то? Ну так что-с? Ладно, беру. Вот и славненько. Но вы меня только без электричества не оставляете? А, конечно. Вы готовьте деньги, а я за пробками. Ну, вот. Иллюминация. Красота. Все. Живите счастливо. Спасибо. До свидания. Вам хорошей дороги. Спасибо. Осторожно, ступенька. Да-да-да. Пока. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы явно приезжие. А модные из столицы, поди. Ну да, из столицы. Буду новым травматологом в вашей больнице. А что, в столице работы нет? А я санитарка в больнице работаю. А зовут меня Мавра Ивановна. Ну, здесь меня все называют Маврушей. Ты тоже так называй. Хорошо. Очень приятно, Мавруша. Я Анна. Людка, внучка моя. Очень приятно, Аня. Добро пожаловать в наш милый городок. Спасибо. А вещи у тебя есть для житья-то? Есть на чем спать? Я не знаю. Я только заселилась и... Сейчас схожу за подушкой. Матвеевна, у тебя есть то одеяло? А, есть. Сейчас принесу. Спасибо. Пожалуйста. Ну, с новоселицем вас. Спасибо большое, спасибо. У тебя, поди, посуды нет? Я не знаю, я только... Людка, давай, в кастрюлю принесем. Да не обязательно. Ну. Сейчас подойду. Спасибо, что не выдала перед бабулей. Да не проблема. С меня тортик. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
Прошу вас. Очень-очень рад, что вы к нам приехали. Больница у нас хорошая, коллектив дружный, все друг за друга, пациенты как родные. Уверяю, вам здесь понравится. Я даже не сомневаюсь. Да, входите. Вызвали? Андрюш, познакомься. Вот Анна Сергеевна, наш новый травматолог. Можно просто Аня. Очень приятно. А, да, мне тоже очень приятно. Андрей Александрович, хирург. А вы раньше были за травматолога, я правильно понимаю? Совершенно верно, был. Но благодаря Якову Алексеевичу и вам, Анна Сергеевна, я теперь просто хирург. Андрей, передай Ане Сергеевне кабинет. С большущим удовольствием. Прошу за мной, Анна Сергеевна. Прошу. Прошу, Анна Сергеевна. Вот, видите, как тут, да, обстановка не столичная, конечно, но кое-что имеем. Гигатоскоп. Есть, работает. Берегите его, он у нас один. Шкаф. Ну, тут никаких изысков вы новых не найдете. Ни пластиковых гипсов, ни лангеток. Классика. Ну да. Классика — это всегда надежно. А, вода. Есть. Но только холодная. Горячей воды у нас, к сожалению, нет. Вот такие у нас условия. Шутки, конечно, шутками. Но, по-моему, у вас тут бардак какой-то. Как вы вообще здесь работаете? Ну да, это, конечно, не столица. Но если вас что-то не устраивает, можете в любой момент вернуться. Никто тут особо вас не ждал и плакать не будет. Здесь люди работают и не жалуются. А вы ничем не лучше их. Андрей, послушайте, я не хотела... Постойте. Я не хотела вас обидеть. Андрей Александрович. Здравствуйте. А вы наш новый травматолог? Да, я Анна. Ирина, очень приятно. Взаимно. Ну, как вам тут, осваиваетесь? А может, помощь какая нужна? Да, все вроде в порядке. Вот собираюсь принимать первого пациента. Mm-hmm. Ну, ладно. Удачи. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день. Это вы теперь вместо Андрея Александровича? Да, я ваш новый травматолог. А вас что-то смущает? Да нет, просто мы ему доверяем. Но теперь придется доверять мне. Через пару минут первый может заходить. Ой, это новенькая, совсем странная. Это точно. Я тоже не понимаю. И после всего этого вишенка на тортике. Родная мама не пустила меня к себе жить. У меня маманя такая же. Только не ждала, пока я вырасту, а бросила меня, когда я еще была маленькая. Мне очень жаль. Да? Ради бога. Она мне не нужна. У меня вон бабуля есть. А ты знаешь, у тебя все будет хорошо. Вот увидишь. И друзей новых заведешь. Пока что я только врагов нажила. Кого? Андрей, хирург, не взлюбил меня. Странно, он вроде хороший парень. Правда, невеста у него змея. И маманя еще та токсичная злюка. Так он переехал от нее такой же. Как говорится, подсознательный выбор. Тебе психологом надо быть. Да? Угу. А чем они занимаются? Типа, в журналах пишут всякие тесты и советы, почему ушел к другой? Вот-вот, вроде того. А ты знаешь, я могу. А что для этого надо? Ну, во-первых, тебе надо начать читать... Ты в порядке? Да я-то да. Стул вот сломался. Ну, стоял на веранде, отсырел. Ну, ты слушай, ты не парься. Я тебе с бытовухой помогу. Сделаем из дома твоего конфетку. Правда? Конечно. А я тебе книги по психологии подберу хорошие. Договорились. Но, как я и предполагала, перелома у вас нет. А вы уверены? Абсолютно. У вас был легкий вывих, который я уже вправила. А мне вообще-то больно. Ну, что поделать, надо потерпеть. Пару дней поболит и пройдет. Сейчас я выпишу вам обезболивающее. Это точно не перелом? Совершенно точно.
А у вас есть профильное образование? А вам что, диплом показать? Было бы неплохо. Сегодня, вечером, за ужином. Так, все. У меня много пациентов. Всего хорошего. Ладно, доктор. Спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. Поправляйтесь. Это что, все сюда? Мне только спросить. Нам всем только спросить. Кто крайний? За мной будете. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Все верно. Я вас очень прошу, в следующий раз больше доверия новому травматологу. Надеюсь, следующего раза не будет. Дай-то Бог. И скажите, чтобы пока не заходили. Хорошо. Целый день перепроверяю диагнозы Анны Сергеевны. А чего так? Ой. Не доверяют люди новенькой. А ты? А ты, Андрюш, доверяешь? Ну, когда касалось операции, перепроверял. Но работает складно, диагнозы верные, придраться не к чему. Вообще, молодец, Алексей, что взял ее на работу. Она тебе нравится? Ириш, как человека я ее пока не знаю. Но врач, да, она хорошая. Все, беги. Мне надо работать. Она в ординаторской говорила, что у тебя расходники лучше. Это ж какой мелочной нужно быть, чтобы завидовать чужой вате и бинтам. Но они действительно у меня лучше, потому что я хирург. А еще она тебе жизнь не упростила, а усложнила. Все эти пациенты, они… Это временно. Хорошо. Я пошла. И следующего позови. Пожалуйста. Следующий. О, наша пицца приехала! Ну, наконец-то! То я уже умираю с голоду. Лестница, осторожно. Здравствуйте, Андрей Александрович. Здравствуйте. Привет, Людка. Чао. Да, Анна Сергеевна, вот подрабатываем. У нас зарплаты не такие, как в столице. Ну, знаем, знаем. Приглашали оперировать, но я отказался. А почему отказались? Ну, потому что это мама моя и невеста. Если все уедут, кто останется? Благородно, Андрюх. Но у нас пицца стынет. Да я не против, у меня еще много заказов. Вы деньги давайте, я поеду. А, да, конечно, деньги. Держите, сдачи не надо. Спасибо. Ну, спасибо. В смысле, не надо сдачи. Да я понял с первого раза. Приятного аппетита. В смысле, приятного аппетита. Хорошего вечера. Спасибо. До встречи на работе. Да. Всего хорошего. Что это было? Так мужик на свадьбу зарабатывает. Королева шикарную хочет, прям как в кино. Даже хотела кредит брать, а Андрей сказал, что сам заработает. Так это сколько он так зарабатывать будет? Но он же не только пиццу развозит, он еще суши развозит, еще таксистом подрабатывает, частным физиотерапевтом. Правда, сейчас это никому не надо. У нас богатых по городу можно перечислить по пальцам. А еще батюшке помогает, да. Но это бесплатно, по зову сердца. Понятно. Thank you.
Ну ты, Машка, скороход. Когда родишь уже? Ой, как я устала отвечать на этот вопрос. Ну вот родишь через 2 месяца, все перестанут его задавать. Ага, не умничай. Лучше скажи, где наши стерильные материалы. В смысле, я вчера весь шкаф ими забил. А нет их здесь. Блин. Провизор, скажи, сейчас инвентаризация. Придется операцию отложить на полчаса. Ой, так, короче, давай, развяжи меня. Пойду травматолога возьму. Но вы же понимаете, что руке показан покой, да? Да. Хорошо. 2 недельки отдыхаем дома. Спасибо. Анфилина, Андрей Александрович? Я прошу прощения, у меня сейчас срочная операция, а расходные куда-то странным образом исчезли. Можно я ваши возьму? Да, конечно, возьмите. Там в шкафчике. Спасибо. Наверху. Я понял, спасибо, спасибо. Извините. Сейчас выпишу вам обезболивающее, 2 дня пьем, и станет легче. Поймал. Простите меня. Что? Так это ж мои. Как они тут оказались? Не знаю. Вы, наверное, их оставили. Ничего, я не стрелял, забрал их в операционную, когда вам кабинет отдал. Вы в своем вообще уме? У меня срочная операция, я бегаю по всей больнице, их ищу. Да я их не брала. Ну как-то же они тут оказались. Ну откуда я знаю, как они тут оказались? Ну кто-то же знает, как они тут оказались. Взяли, так скажите, взяла. Да не брала я ваши расходники. Вы меня еще в воровстве обвините. Так это очевидно. Вы же жалуетесь, что у меня расходы лучше, чем ваши. Слушайте, вы какой-то маразматик. Я маразматик? Ну да. Хорошо. Воровка. Вы, вот. Да не переживайте вы так. Мы вон на заводе тоже друг у друга трим все время. И ничего. Войдите. Алексеич, можно? Проходи. Яков Алексеевич, дорогой, конечно, я сделал плановую операцию, но так же больше работать нельзя. Если ты про деньги на модернизацию операционной, то я жду их со дня на день. Вот и я жду, не дождусь. На всякий случай хочу напомнить, их там немного, так что особо не разгонишься. Всего на один компьютер. Я уже даже подобрал его в интернете. Вот, смотрите. Красавец какой, а? Мы такие чудеса с ним будем делать. А? А? Человеческий ресурс. Вот главный источник чуда, Андрюш. Яков Алексеевич, ну, здрасте. Ну, а 21 век, технологии? Никогда не заменит человека. То, что ты делаешь руками, ни один компьютер не повторит. Да выбейте деньги из области, прошу вас. Я с руками сам разберусь. Да выбиваю, выбиваю. Яков Алексеевич, спасай, родной. Племяннику руку раздробило. Взял на работу, в первый день облажался. Дядь Федь, мне и так плохо. Да что ты, дядь Федь, дядь Федь? Подождите. Так, быстро на рентген и в операционную. Живо. Бегом. Не волнуйтесь, у Андрюши золотые. Яков Алексеевич. Приятного аппетита. Спасибо. Алло, Андрюш. Ну, кушаю я. Что? Сейчас. 2 секунды. Я уже бегу. Господи. Маш, что? Больно. Может, это началось? Рано. Рано, 7 месяцев только. Ты идти сможешь? Кажется, да. Давай, надо любой ванне показать. Анечка. Давай, моя хорошая. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас любой ванна тебя посмотрит, и все будет хорошо. Маш, опускаем ножку. Раскрытие уже достаточно. 2 минуты и начнем. Все хорошо, не волнуйся. Я за каталкой. Ну, ты как, дорогая? Немножко успокоилась. Ну и хорошо. Все, главное, дыши. Давай вместе. Ань. Что? Там же у Андрюхи операция. Они же меня ждут. Когда операция? Прямо сейчас. Ань, там что-то страшное случилось. А кроме меня ассистировать больше некому. Ну ты-то куда собралась? Давай ложись. У тебя вот заботы поважнее. Да уж. Все, все, все. Ой, пинается. Тихо, тихо, тихо.
готово. Поднимайся. Поднимаемся, да? Давай, Маша, все будет хорошо. Поднимайся. У тебя все будет прекрасно. А я к Андрею. Бога, все. Все, моя хорошая, садись. Ну где Маша? Где ее носит? Мы должны начинать. Я ей звонила, она не отвечает. Ну ты пойди ее поищи. Я за нее. Вы когда-нибудь были в операционной? Анна Сергеевна, остановитесь. Уже все. Мы его потеряли. Аня! Вы были когда-нибудь в операционной? Давайте начнем.